Дедушка Мороз. Здравствуйте. А мы готовились к встрече с тобой. Мы очень рады видеть тебя в нашем центре досуга. Ведь именно здесь зарождаются и процветают таланты. Директором нашего учреждения является Ольга Николаевна. Именно с нее начинается культурная жизнь нашего поселения. Тебя вот и Снегурочка дожидается. Здравствуй, Дедушка Мороз! Заждались тебя мы! Здравствуй, моя внученька Снегурочка! А сейчас я хочу поздравить самых маленьких жителей вашего поселка. Детишки, с Новым годом вас! Хочу поздравить вас сейчас. К вам я долго добирался и через пробки все-таки прорвался. Хочу пожелать вам счастья, здоровья в этом новом году, чтобы вы слушались маму, папу и ценили старших, читали много книжек. С Новым годом вас! Ура! Снегурочка, а ты хочешь поздравить? Конечно, Дедушка Мороз! С Новым годом, с новым счастьем! Поздравляю вас, друзья! Мира, радости, улыбок от души желаю я! Ну что, Дед Мороз, готов отправиться с нами на экскурсию по нашему поселку? Конечно, готов! Тогда вперед! Ну вот, Дедушка Мороз, а это поселковая площадка. Это еще одно значимое событие для нашего поселка. Она у нас появилась год назад. Дети и родители с удовольствием ее посещают. Но сейчас здесь тихо, ведь у нас эпидемиологическая обстановка, а в поселке пик заболеваемости. Будем надеяться, что когда пандемия кончится, детишки вернутся на эту площадку и будут играть. Ну и конечно же мы пожелаем здоровья детишкам и их родителям. Главное место нашего поселка – администрация. Здесь решаются дела нашего поселения. А это глава поселения Андрей Александрович. Именно к нему жители обращаются по всем вопросам. А я хочу пожелать в новом году процветания вашему поселку, здоровья вам и вашим близким. Я хочу, во-первых, выразить свою благодарность за поздравления, за участие, за внимание, которое нам проявлено. Хочу, в свою очередь, пожелать всему вашему коллективу побольше творческих встреч, творческих вечеров, организации культурной жизни в нашем поселке. Всего вам самого наилучшего. Здравствуйте! Здравствуйте! А это еще один культурный очаг нашего поселка. Они тоже готовятся к встрече Нового года и украшают зал. И будут передавать поздравления населению. Какие вы молодцы! Я желаю, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. Ну а я желаю активных читателей и успешных мероприятий. Спасибо вам большое. Вот, Дедушка Мороз, стройка новой школы. Это очень значимое событие для нашего поселка. Мы так долго этого ждали. Школа будет совместно с детским садом. Там будут светлые коридоры и большой актовый зал для больших мероприятий. Будем надеяться, что скоро школа откроет свои двери. Ну, Дедушка Мороз, понравилась тебе экскурсия по нашему поселку? Да. Очень понравилось. Спасибо вам за экскурсию. А я отправляюсь дальше. Счастливого пути!